Шагая в ровном строю, в актовый зал 6-й школы заходят первоклассники. Здесь их уже ждут взволнованные учителя, родители, бабушки и дедушки. Для этих мальчишек и девчонок сегодня очень важный и знаменательный день – день посвящения в кадеты. И это звание их ко многому обязывает. Сегодня мы принимаем кадеты младших. Это первый класс. Они только учатся, постигают азы дисциплины, азы военного уклада. Ну и пятый класс, казаки, это мы открываем, он единственный в Башкирии кадетский класс. Ребята готовились, очень упорно готовились. Значит, даже сегодня утром у них такое волнованное настроение. Все, стараются показать себя лицом. Это уже у нас стало традицией. Кадеты произнесли слова верности родине, обещание хорошо учиться, быть верными товарищами, не позорить честь мундира. Первый кадетский класс появился в 6-й школе в 2008 году. За эти годы выпустились сотни ребят, многие из которых связали свою жизнь с правоохранительными органами. Так как в таких классах воспитывают чувство гражданской ответственности и патриотизма, полученные знания пригодятся детям независимо от того, какую в будущем они выберут профессию. Сегодня необходимо, будем говорить, привлечь людей с богатым жизненным опытом, прошедших службу в силовых структурах, просто в армии, в российской армии, чтобы готовить ребят именно к будущей жизни, готовить настоящих защитников Отечества. Вот сегодня они маленькие, но они через несколько лет будут взрослыми людьми. И вот это зерно, которое в них сегодня будет заложено, в школе, офицерами казачьими. Это даст им, как бы сказать, еще основу дополнительную в их жизни. Поздравить ребят со знаменательным днем приехали гости из города Мелеуз. Они перевезли с собой подарки, книги и благодарственное письмо директору школы. Мероприятие проходило ярко и трогательно. Для зрителей ребят исполнили песни и стихи. Также в этот день ребятам вручили удостоверение кадета. И те, кто удостоился такой чести, безмерно этим гордятся. Впереди у ребят несколько лет учебы. Преподаватели и наставники надеются, что слова клятвы, которые произнесли кадеты, не будут для них просто пустыми словами.